Приветствую всех любителей зомби-игр. С вами канал Мир ММО-игр. Это Даркраш или Еру. И мы продолжаем играть в игру Dying Light 2. Для начала, я думаю, что надо озвучить сегодняшнюю цель, которую мы будем выполнять в игре. Я думаю, мы пойдем с Иванычем за крутыми шмотками, чтобы стать сильнее. И, конечно, возможно, подберемся сегодня с каким-то непонятным мутантом. Иваныч там полазил в игре немного вне стрима. И, я так понял, нашел некоторые интересные события, по которым будет нас сегодня водить и показывать. Ну да, я немножко понаходил. Вот, только пригласить тебе надо будет меня сейчас. Сейчас приглашаю, я как раз загружался просто. Так, онлайн-меню, избранное и Льерыч. Так, не подключиться. Ты можешь сам подключиться к игре, на самом деле. Тут есть такая функция, ты можешь... Не могу, потому что ты в ротоне чате. А, понятно. Сейчас приглашу тогда. Отправил приглашение. Да. Залетай. Кстати, еще интересная вот такая фишка. Я вчера... Игра вышла. И когда вышла игра, она получила обновление 200 с чем-то метров. Чате. Так, ладно, перезапустим. Присоединяйся, сейчас я вырубил. Я сейчас перезапущу рутоньку, только ты залетай. Так вот, вчера вышла игра, как бы уже для всех. И как бы с этим обновлением 200 метров как бы мы получили. В общем, рутонь это оставь, ты будешь считать тогда, там, если не знатики. А мы, да, побежали с тобой. Пошли, я тебе босса покажу, попробуем его пройти сначала. Я не знаю, конечно, получится. Ну давай, я фонарик рубаю. У тебя оружие хорошее есть, надеюсь? Где метка? У меня... да, есть. Знаешь, что прикольно, когда я играю на своего аккаунта, со своего? Я открываю эти маркеры, которые с, ну, с легендарными там всякими вещами у тебя раз в твоей сессии, ну, да, в своей сессии. Ингибиторов, конечно, нету, но вот все остальные вещи там есть. И это типа очень преимущество, потому что я дополнительные вещи получаю. Там для крафта, для и так далее. Для... Так, это, конечно. Давай, сейчас убьем. Это, конечно, хорошо, но по сути ты можешь не только в моей сессии, тут же есть еще в игре онлайн поиск игр кооператив, то есть можно. Ну, эти да, вещи я только что, вот, меня... получать у кого хочешь. Меня только что пригласил какой-то чувак на помощь, типа. Я такой, что думаю, не по первый раз такое слышу. Тут есть помощь, да, помощь тут. Он... Если ты не вытягиваешь какую-то миссию и так далее, там есть кнопка помощи, не можно. Я еще не могу сообразить, где она. И можно призвать ребяток. Я не знаю пока. Блин, это не... стой, это не та миссия, нам надо сюда. Сейчас, идем за мной. Она не открыта у нас с тобой, когда мы вместе играем. Кстати, знаешь, что можно проверить? Можно будет проверить, или эти контейнеры с вещами обновились, когда мы вдвоем сейчас бегаем. О, кстати, да, тоже хороший вариант, потому что... Там легендарочки падают. Так, я пока избегаю зомбарей. А, блин! Что, разбойники? Ладно. Да. У меня для тебя подарочек, уёбаешь. Пожри говна, уёбок. Они лично... Ну, мне ещё такая, что они вдохновлялись каким-то, блин, Тарковым, либо... Сталкером. Все, дальше идем. Мы с ними уже так разбираемся, они как... Так, секунду. Не, ну это легендарное оружие, сейчас. Я просто взял легендарку на битву монстров. Блин, мы не так вот идем. Секунду, нам сюда, давай за мной. Я по метке иду, короче, тогда. Я примерно знаю, где он находится, но он 4-го левела, сразу тебе говорю. Я не знаю, ли мы его завалим. Я с ним дрался, ну, тестировал его. Он, короче, я ему снял 1/3 хелсов, и он исчез у меня куда-то. Я так и не понял, куда он исчез. Я такой думаю, ладно, с тобой приду уже. Может, ночь там, время какое-то. Да хрен его знает. Так, ну, кажется... Да, это он. Нашел его? Да, ну, короче, этот босс, на котором мы идем, это самое смешное, что он находится там же. Ну, вчера, когда мы вот были, мы, кстати, этого босса с вами видели, задание самого босса. Боже, как туда залезть только. Рядом контейнер с ингибиторами.
Мы само задание сейчас это видели, но мы, к сожалению, не это, ну, не пошли на него, что там уже... Оно ночное само по себе, а я ночью, типа, на самом деле не очень люблю в игре лазить. Я по столбу залез на него. Давай мы сейчас вызываем тогда его. Ну давай. Так, ну, надо слезть, чтобы дэмэдж не получить. И на перке, которая позволяет прыгать контейнер... с высоты. Сначала посмотри, где копья. Кстати, вот тут вот вещи ты уже пособирал, здесь легендарные вещи есть. Иди сюда, кстати, иди сюда, да? Легендарные штаны себе нашел. Иди сюда. Тут две такие точки есть. Я когда это исследовал. Тут, тут пока есть контейнер. Коктейли Молотова, кстати, можно будет использовать против него. Не, коктейльки возьму, буду в него кидать. Не, у меня сломанная лопата и обмотка. То есть, типа, как такового крутого лута я не получил. Идем. Здесь. Идем за мной сейчас, сейчас перед тем, как начнем еще. Вот эти штуки давай поскидываем все туда, они нам пригодятся против него. Вот это вот все барахло. Так, бочки? Идем за мной, сейчас тебе покажу. Да. Вот сюда давай. Вот тут тоже. Так, тут копье. Запомните копье. Вот, вот тут контейнер с легендаркой. Иди сюда. Сейчас я его открою. Боже, столько тута, если честно. Так, мы это еще вчера пропустили. Я тут пока лазил. Мы это не заметили, не если. Вот, бери здесь. Здесь должен... Сейчас я открою сундук другой. У меня легендарные штаны были. Здесь. А, сапоги фиолетовые, сухой паёк, ну, вещь дорогая, на продажу и все. Значит, не повезло. Ну ладно, но все равно в любом случае. Ну, фиолетка выпала, вот сапоги. Эту штуку надо забрать. Так, я беру, короче, эту палку эту. Давай. Так, я это все скидываю вниз, чтобы у нас это все было, потом взрывать его будем, если надо будет. Сейчас подготовимся, потому что он достаточно. Он очень сильный, я тебе сразу говорю, он капец, он с одной плюхи снимает больше половины хилсов, поэтому собираем все эти баллоны. Я вчера то же самое делал с ним. Ну, но я его так его и не убил. Я, к сожалению, я приготовился, короче. У меня нету этого хилок много, у меня две хилки всего. А я могу тебе передать это? Ну стой, давай поторгуем. Их выкидывать. У меня, блин, 16 штук. Там их можно выкидывать. Кнопка F выбросить. Только не знаю, как выбрать, сколько выбросить. Там 1, 2, 3, 4, 5. Подожди. Сейчас я инвентарь тут возьму сек. Так, инвентарь. А, давайте. У меня просто они усилены. А вот, выбрать. Выбросить. F. Давай выбросить. На, я выберу, они полностью хилсы должны хилить. Я 4 выбросил, а ну. Бери, это они хорошие. А куда я копье кинул? Черт, ладно. А вон на земле валяется. Сейчас, жди, я вещи положу туда, на хилки надо поставить на хоткей. Тут все-таки, я говорю, есть одна механика, которая меня немножечко в игре злит. Она... О, так у меня куча хилок, на самом деле, у меня... Боже, у меня куча первых хилок куплено, я покупал хилки просто слабые. Ладно, пускай будут. Но это по 100 хилсов хилки, я уже просто 4 уровня их сделал, чтобы крать. Вот, копье здесь одно лежит. Так, ну что, готов, пошли тогда. А сколько у нас до ночи? А, ну идем, идем. Почти, ну, чувак. Запускаем. По факту у нас уже почти. Тут надо тут запускать на ночь ждать. Там не сможешь взаимодействовать. О, что тут монстр делает? Ты не сможешь, оно под землей, бах. Это в смысле? На ночь ждать или как? Ну, надо, да, дождаться ночи надо будет. Ну, тут пару минут еще ждем. У нас сейчас еще до ночи. Может, зомби убьем, чтобы он не мешался этого. И копье да, жалко надо от него, убивать, него кидать. Зачистить. Не, копье не трать, копье оставь на этого. Оставь на босса, копье, он очень тебе понадобится на боссе. Сейчас увидишь босса, поймешь, чем прикол. Он призывает зомби, там всякая хрень. Ой, бляха, это я больше всего не люблю, когда зомбаков призывают. Тёк, он по всей карте прыгает, чтобы ты понимал. Вау, что тут за жопа какая-то происходит. Блять, та территория, которая не позволяет дойти до второй части города, потому что мы говорили, что сверху химикатами забрызгано, это по идее оно и есть. Знаешь, в чем самая главная проблема битвы с этим боссом? У нас будет, ну, время по этому... Ну, короче, ночью ты ж не можешь очень долго находиться. Поэтому за 6 минут придется его вальнуть. Ты так не убил зомби. Ну, или потом кучу грибов жрать.
Я не видел, что-то спустился. Он около меня, вот он тут около меня подо мной прям ходит. Я просто оружие не хотел выкидывать. Так, ну что, целый час до ночи. А сразу что, нельзя стартовать? Может, здесь же можно стартовать сразу. Не, не час, еще. А нельзя, оно утоплено, это бах, оно по текстуре тут сидит. Я так понимаю, что это бах. То есть, поэтому даже ночью мы не запустим, он выходит. Ночью он сам придет, он появится, он заорет и появится. А, то есть надо лучше отойти сразу на крышу куда-то. Ладно, ждем, пока часто дает. Чувак, он такой здоровый, что капец. А это она куда-то на крышу прыгнул. Короче, смотри, запоминай, где копья находятся, пока мы тут бегаем. Запоминай, где находятся копья, чтобы потом просто бегать в него кидать. Мне выкинем пока все только... копья, потом пойдем вблиз рубашиться. Я только два копья нашел пока. Так. Я 4 знаю, где. Ну, у меня одно в руках. Одно вот здесь было. Вот, одно тут видишь, где я стою. Вот тут одно, смотри, там еще вот на той крыше, где мы лук нашли, там два копья. Одно вот тут находится. Тут, и тут должно быть где-то вот там на контейнере одно, кстати. 4 их должно быть здесь. 4, но я пока нашел только 2. Видите, я знаю, где ты пока, ты что показал. Так, все. Ночь. Почти. Солнце садится. Да. Слышу сирену. Вот тут еще одно, видишь? Вот это как тебе. Я его нашел. На каждой вышке. Вот. А, вижу, все, вот еще одно. Короче, такое, здесь, наверху. А как-то залезть, да, их, оно, чувак, оно зеленым подсвечивается. Обрати внимание, зеленые такие подсветки. Да, вижу. Вот 4, вот там одно, там. Да, все 4. Ну, короче, да, я вижу все, я как это боковое достать, где высоко торс, прыгать. Что-то появится. А, через канат, по идее, надо расшатываться. Чувак, готов? Он сейчас появится. Готов. Не, навыки, конечно, есть, надо было, наверное, бахнуть, но уже поздно. 15 секунд осталось. Я не уверен, что мы его убьем. Хотя, посмотрим, покажем, то есть, какая разница. Просто, блин, это самый, это, чтобы ты понимал, на этой карте это один из самых сложных боссов. Потому что есть 1-2 левела локация, а это 2-4, где мы сейчас броем. И он 4 как раз спавнится, чтобы ты понимал. Так, 8 минут. У меня фонарь работает что-то? Так, я иду, беру копье. 5 минут. Я взял копье, все, готов. Ладно, сейчас залезу лучше, потому что тут... Ближе. Второе. Копье. Ну чё, урод, выходи. Начинается. Он зомби будет призывать сразу. БГМ аномалия. Где он? Опа, меня бьют. Он прыгнул сразу. Блин. А чё он, что это за фигня? Вон. А чё он другой? Или он такой должен быть, я не знаю, просто говорил, он большой. Он такой и должен быть. Он большой, я себе чего не говорю, смотри, как выйдет. Собирай копьями, работаем сначала копьями с ним. Я в него кинул, но он что-то не шибко сильно. Он увернулся. Он монстров призывает. Он быстрых призывает. Чувак, он очень мало урона получил. Реально, это, блин, 4-й левел. Я его пошел бить, рубашу самым сильным своим оружием. Аналогично. Вау! Сторожно, это идет. Я бегу. Куда он исчез? Прессуют. Он у меня здесь. Я убегаю, чувак, за мной целая стая гонится. Я вижу. Я иду за копьем еще одним. Взял еще одно копье. Не понимаю, откуда он достает их. Я целой толпой бьюсь. Блин, уворачивается. А, он меня почти убил. Я убегаю. Перевязываюсь. Давай. Перевязался.
Вау! Он горит, Иван? Да-да-да, я поджег его. Блин, он капец лупаший, чувак. Отлично. А на шипы его можно толкнуть? Так, смотри, сейчас пытаюсь поджечь его. Коктейлем. Промахнулся, кажется. Он горит, но очень слабо. Здесь было, он не взорвется. Поджог. Так аномалий пока нет у них каких-то. Не понимаю, он сияет что-то. Я лупашу его со спины. Я так само. Половину сняли, хорош. Вдвоем, конечно, легче. С ним. Твари вылезли. Меня. Я зомби отбиваю. Давай, я съею его пока. Ой, бляха. На меня охотник. Блин, я его не вижу. Он за мной. Ай, меня зомби бьет. Где я иду, отхилюсь сейчас. Давай. И на опять эти твари бегают. Опа. Да, он прыгает, там один говнюк прыгает. Это плюс у нас сзади. Я бегу, похилюся. Чара, прыгуна бы жахнуть. Так, у меня еще 2 минуты еще, грибы сейчас будут. Вот он полетел. Мы зомби убили, кажется. Он где-то фигни бьет. Не знаю, кидай в него гарену. Не подходи, не подходи, это кислота. Бляха, он не дается вообще. Артируется, отойди. Я кидаю в него сразу, где он там делает такую фигню. Коктейльку. Что она не сильно работает. В него. Давай, умри, урод, на тебе супер удар. Мы его электричеством и огнем пиранули. Че, зовет опять? Оружие сломало мне, что самое элитное. Опять зомби, Аван. Он прыгает от нас. Он на меня напал, блин, сука. У меня минута осталась до превращения. Надо его добить бы в идеале. Зомби сраные. Перевязывай. Давай. Перевязал. У меня минута до превращения. Очень фигово. Я иду добивать его, ладно. Где он? Он прыгает по объектам сверх-вниз. Все, я его убил. Я его убил. Перевязывай. Юзаю грибы. Я юзнул не грибы, а другую тему. А где он? Тут сверху? Вот, вот, у меня, там где я стою, там где я стою. Иду, посмотрю, что зовут, там, если можно открыть, бегаем. Да, идем. Смартфон у него был уникально зараженный, все. Ну, кожа части. Походу, мы дрались ради контейнера. Но я не сказал, что он такой жесткий, он, честно говоря, немножко сам по себе овощировал. Он, ну, прыгал что-то там такое, не мега ну, опасно. В одиночку было сложнее с ним драться, кстати. Там, блин, как слезть. О, опыта дофига дали, 3500 за бой. Ну, типа да, в одиночку было сложнее, понятно почему. Там у тебя куча зомби еще появляются, которые вылетают. Я просто зомби на себя брал, я перебивал стаи зомби целых. Которые вылазили. На столе какие-то еще вещи. Да. Так. Даже не знаю. А, давайте это возьмем. Перчаточки. По сути, даже не знаю, ли есть смысл брать. Параметры одинаковые. Я бы, конечно, на броню ориентировался, но тут опять сами видите, что по броньке разницы большой нету. Эти, наверное, возьму танка. Брони себе больше нарастим.
Ну чё, погнали спать тогда. Да, да, да. Так, а где ближайшая ночлежка? Ну, это мы не открыли. Ну вот, город есть, тут в городе есть дом, погнали туда. 180 метров мне показывает ночлежка. Ну, вот там зеленая есть, я как бы... Вот там сверху, кстати, грибы. Погнали. Ну, мы забили босса, чтобы ты понимал, за 4 минуты. Ну да, да. То есть не так долго. На фонарный столб. И сюда. Это аптечку хочет? Не понял, а где эта аптечка? Тут уфешка, кстати, бесплатная. Тут твари питаются. Кто-то за аптечку орал, только неясно где. Непонятно, короче, где аптека. Ладно, прыгаем. Спать? Я у памятника. Я в Ты центре, прав, Димон. От него мало что осталось. Хорошо. Где уже? Присмотрись к нему. Не все сразу бросается в глаза. Это памятник какой-то. Ты на памятник я пришел, я около что ли? Памятника. Я прям... Да-да-да. Тут ультрафиолет. Они ничего не сделают здесь. Я тут пока держусь. Стою. Да. Можешь заходить. Иду. Как раз квест выполним. Давай-давай-давай. Так и быть. Тут крикуны, конечно, у меня по полю. Бляха, сколько их. Разряд это поэтому так. А вот я нашел место, что надо просканировать. Так, и где? Вот тут, надо тебя. Ой, бляха! Отвали зомби. Не, надо дерево просканировать. Странно, что они идут сюда. Да, я просканирую. На тебя зомби бежит. Ладно, я возьму другое оружие, что под дерьмовее. Легендарка. Че они не сдыхают? А, они умирают с одного удара, если они подошли близко, понятно. Вот чё, сюда, давай. Странно. Началась стрельба. Армия открыла стрельбу по гражданским. Началась паника. И, разумеется, все стало только хуже. Да маленькие пули были. Мятеж охватил весь город. И это стало началом конца. Скажи, какие-то маленькие дырки очень. Это похоже больше не на пули, а на иголку. Что раз, да. Дробины. Так, ты что дальше? Вот тут давай. Да. Метки. Здесь есть табличка. Но немного имен. Это жертвы бойни? Да, 64 имени. Ситуация за стенами уже была хуже некуда. А армии нужно было больше оружия. Так что они конфисковали оружие у мирного населения. Частное владение оружием и боеприпасами с тех пор было запрещено. Ну вот как раз это почему причина, почему нет оружия в игре. Не, были комментаторы, которые говорили, что здесь случилось. Про оружие. Именно там начался мятеж. Люди были в ужасе. Как им защищать себя и свои семьи? Начались массовые беспорядки. Тогда ввели комендантский час. Начались обыски, чтобы никто не вздумал прятать у себя оружие. Наказание для неподчинившихся было весьма суровым. Так, сюда. Зажигай свечу. Зажигай свечу. Не показывают. Тут, наверное. Считаешь, брат ошибся, забрав оружие у населения? Теперь Крис точно брат. Не скажешь, но закончилось все плохо. Главная ирония заключается в том, что скоро у армии иссякли боеприпасы. Таким образом, огнестрельное оружие вышло из употребления. По крайней мере, считается, что все произошло именно так. Ходят слухи, что у Пратта был тайный схрон с боеприпасами
где-то в городе. Но даже если и так, то он унес этот секрет с собой в могилу. Так что точно узнать нам вряд ли доведется. Короче, посылку и это еще один факт об истории. Редко нам удается достоверно узнать что-то. Это не точная наука. Чем больше проходит времени, тем менее прочны исторические факты. Нужны такие бдительные наблюдатели, как я, чтобы по прихоти каждого нового поколения историю не переписывали заново. Долг памяти. Всем следует отдавать его. А теперь прощай, пилигрим. Надеюсь, что этот небольшой взгляд в прошлое осветил и твой путь. Короче, ты что там дашь за это, дед? Должен. Опыта хотя бы. Урок истории. И все? Ну, а безделушки выжишь, их там получили. Ну, это продать можно. Так, а ну, что там в плане прокачки у нас? Один боевой навык. Бляха, ну мне надо бустер сопротивления, точнее, здоровье кинуть, чтобы он сработал. Я предлагаю сходить, чувак, Все, у тебя много этих, как его... есть вещей для того, чтобы восстанавливать себе, ну есть их... они. Их не так уж много, но есть пару штук. Смотри. Мы можем с тобой туда отправиться за 4 дозами этого, короче, ну, как он там называется? Ингибиторов этих. Я знаю куда, но 130 метров отсюда. Проблема просто в том, что я не уверен, что мы потянем это. А, прикол, осторожно. Может, мы не заорали. Ну не знаю, можем сходить, как бы у нас. Ну давай вот тут. Блин, сейчас, секунду, тут как бы. Как бы туда добраться. Точно. Такие странные. Через крышу этого здания, вот на так надо идти, наверное. Тут перепрыгнем же. Боже, ты прыгаешь, ты качнулся, ты прыгаешь дальше, чем я. Не особо. Я второй левел, типа. О, вот чувак. Мой иммунитет ослаб. Помоги мне. Ну, а дать бустерную штучку. Возьми это, друг. Ты ведь меня спас и все такое. Усилитель устойчивости. Спасибо. Пожалуйста, возьми эту скромную награду. Так, вот, нам... секунду, вот, нам ВГМ, чувак, в здание ВГМ надо опасть. Вот там вот, вверху. Ингибиторы прямо внизу, вот в этом ВГМ здании. Я предлагаю сюда залезть. Ну, давай. Только проблема в том, что я не знаю, где вход. Ну, это плохо. Может, наверное... Нам на землю лучше не падать, нам через... Ну, через крышу так попасть на крышу. Это на заборы, на тут белую штуку надо. Ну, не забор, а вот сюда. И сюда, а потом наверх. То есть, типа, я знаю, как наверх подняться, но не знаю там, что есть. Полезли. Погоня? Типа, как он нас заметил? Бляха, Вован, ну это жопа, еще делать нам? Отобьемся. Давай наверх, отобьемся здесь от них. Прячься, просто сядь. Может, он исчезнут? Не-не, сейчас отобьем их всех и закончится, наверное. Вот, они у меня, видишь, одного сбил, второго сбил, сейчас я... Оп! Кто меня ударил? Не знаю, ты вообще откуда машешься? Меня бьют, я уроды. Они плюют, там плюется кто-то, плакальщик или плевальщик. Ой, боже, их двое! Я сбросил одного из них. Попали все? Не, я не... Папа. О, вылез. Я его сбрасываю. Я убил его. Они умирают, все. Я начинаю охотника убил. 105 опыта. А, ни хрена себе. Да, но погоня растет. Она не исчезает. Она, когда я сажусь, начинает мигать только. И то не сильно, надо валить.
Не-не, надо перебить их. Там погоня, она не бесконечна. Он сам падает. Опять они появились, а? Ну, опыта, конечно, дофига. О, видишь? Дай! Ай, он! Опа! Меня положили. Ногой толкать их надо. А, меня положили тоже. Я пытался, а он не так толкает. Так это ночью бессмысленно, на обед в погоне не драться. Это бессмысленно. Я их убил, кровососов огромное количество, бессмысленно их. А, типа... Прикинь, на первом уровне, а прикинь, что будет на четвертом. Так это ж по сути сделали специально, что убегал, а не дрался. Типа... Так, а ну что, если на магазине что-то посмотреть? Не, ну погоню-то сбросить же можно. Да, но это надо убежать и заныкаться, а не лупашиться, как мы. Мы что, не прячемся? Но опыт дают за монстров, которых ты победил. Нет, там за паркур тоже. Там просто увеличивают икс у тебя получение всего. Вот и все. Блин, перчик, конечно, прикольный. На 3 брони, ну ладно. Я не буду жертвовать бонусами. Знаешь, сколько у нас денег? 2700. Телефон 600 копеек стоит. А, на продаю 2700. Здесь там не будет там квеста, блин, достань Димоныч смартфон. Я его продал. А я так, пока лазил, исследовал, продал только что товара на 5000. Неплохо, у меня 3200. У меня 6000 монет есть, только на самом деле да нечего купить у этого. Ладно, посмотрю. У другого торговца что у него есть. На Софи работают любопытные люди. О, легендарная... У этого легендарная обувь, кстати. У меня пушка. На танка. У меня на медика, блин, на медика неинтересно, что-то на танка. Танк просто броню дает вещи, а это выгоднее, чем медицинка. Так, ну у меня пушку брать за 1700 легендарную. Давайте возьмем, наверное. Например, она прочная. Похрен, у нас деньги есть. Ну, хотя в идеале покупать, конечно, не оружие, а доспехи. Потому что доспехи гораздо выгоднее. Нам бы бустерную зону, бустерную еще какую-то прививочку бахнуть. Слушай, так. Ты понимаешь, почему ты вот половину товара продать не можешь? Из одежды. Его почему-то нет даже в списках. Прикол. Честно, не скажу. Может, что, зеленый нельзя продавать? Я тоже видел. Я белое продам, наверное, сейчас. Я сам не понимаю, почему часть вещей не видно, часть оружия не видно. То есть, типа, ну, хорошие вопросы, почему. Кровь на лице. Ладно, мерзко. Я продам одну пушку. Да, может, зря. Ну, можем идти, или поспим до утра, или валим. Мутировавшая кровь зомби. Секунду, мне показалось. Да, наверное. А, это наш уровень, все нормально. Я думал, у торговцев есть уровень отдельный. У нас еще есть улучшалки. А может, надо все поодевать сначала на себя, не думал? Может, прикол в том, что не можешь продать, потому что надо одеть все на своего персонажа? Не-не-не, я не думаю, что в этом дело. Так, я улучшение, наверное, бахну вот эти еще. Хилочки. Хотя не знаю, хилочки у меня уже хилят по 100 хп, а там у меня всего 150 хп вроде бы. А, так он компоненты еще продает, да ладно. Прикинь. Я не знаю, на трещатка. Ну давайте, ладно, пэп. Хорошо, чтобы ты понимал, он компоненты продает, причем подешево. Я, наверное, куплю компоненты. Ну, тут, знаете, 18 копеек за компоненты, это, блин, грех не отдать. Для тебя. Так, и давайте, наверное, заапгрейдим. Пушечку. Да. Я не знаю, есть смысл или набор ингибиторов сюда вставлять. Ну я шок кинул на две пушки. 4 ночи сейчас спать идем и на квесты. Потом... Да, наверное. Последний. Нам спать. Нам ВГМ на тут. Давай спать. Людям нужна надежда. Ну нам одну бустерную прививочку бы было вообще идеально.
Мы так, знаете, как от коронки спасаемся. Потому что эти бустерные прививки, они, честно говоря, в игре очень важны. А на самом деле, я, конечно, не очень понимаю, зачем вообще их добавили. Они могли прокачку оставить через уровни. А эти бустеры, по сути, очень сильно делают героя более сильным. И они просто необходимы. И придется искать все эти ящики бустерные с ВГМом в будущем. Если вы хотите, ну, выживать хорошо. Тут есть еще ночные нападения, а мы, правда, пока еще их не активировали. Я уже много месяцев не видел детей из-за дурацкого карантина всего... Так, давай все-таки в эту хрень идем. Заберем там 4 эти компонента, пока день. Ну, давай. Он где-то там, побежали. Мы даже босса убили, что удивительно. Ну, да, да. Я думал, что не потянем. Ну, блин, реально, вдвоем намного проще. Один забереет, отвлекает, второй его дамажит. Я когда один с ним дрался, это я, блин, выгребал. Там из всех сторон они бегали за мной. Я, блин, пытался копьями откидывался, блин, в босса. Ну, просто одному было понятно, что тяжело из-за того, что босс в тебя только плевал, а так босс плюет нас двоих. То есть он не может плевать одновременно в двоих. Он убирает какую-то цель. Плюс ко всему, зомби не тебя прессуют, а зомби... прыгают в основном на меня, если я их начинаю месить. И в итоге ты берешь на себя босса, я зомби и все. Нет, это там не вход. Обойди, что ты прыгаешь, тут за вход есть внизу. Не, я пытаюсь понять, куда идти, понимаешь? А я вообще думаю, может, это квест какой-то будет. Ну, ладно. Не, там сверху, в ВГМ мы походу лазили. Это же только в начале, когда мы лазили. Там вроде бы сверху где-то подъем. Ну, давай сейчас пройдем по кругу, глянем. Если не будет, тогда... Может, через дом вообще вход, вот через этот, видишь? Либо через крышу. А вот тут еще кто-то, смотри, есть. Я там сверху. Обнаружен контейнер с ингибиторами. Да, скорее всего, через сухий проход. Да, идем. Как... Ой, бляха. Тогда шли. Why? Why you attack me? Идем через крышу, туда возвращаемся. Да, я так и делаю. Через крышу пробуем добраться. Боже, эти разбойники за мной бегут, серьезно? На, помочь кому-то. Будем или не помогать? А, там контейнер, а утают знаю, разбойники. Смысл. Контейнер, короче, можно открыть. Хочешь перебить их? Ну, давай, не знаю, как хочешь. Смотри сам. Давай. Ладно. Ой! Нет, я разобьюсь. Вау. Не понял, чей урон получил. Дал. Я убил. Заходит. Я знаю, я убил того чувака, который играл дубкой. Куда он убегает? Да, я все видел. Я убил того, кто вызывает помощь. Я пока зомби избиваю здесь мечом. Да, блин, а ты еще... Кто сегодня напал? А ну тут уроды напали. Я там убил этого, который... Двака, которого нам... Ну я перебил было. Зомби. Да, тут было штук. Всем. Я тоже двоих убил. ВГМовцев этих, или как их там называть правильно? Разбойников. Так, я взламываю тогда. Угу. Я не пойму, как оно взламывается. Так, труба зеленая и рис. А у тебя? У меня тоже что-то проходит. Даже не смотрю, я просто уже подбираю, даже не парюсь. Да, может упасть. Легендарка, я так понимаю, тоже. Да, надо лезть по лестнице сразу. Чувак, паришься зря, там напрямую можно было.
В игре, на самом деле, вот эти ингибиторы, я говорю, мне кажется, что они лишние. Это как бы лишний геморрой, учитывая, что у тебя есть прокачка, то есть уровня, нафига добавлять еще ингибиторы, которые лимитируют прокачку. Ну, с одной стороны, конечно, это позволит тебе изучать мир, заставит лазить, ну, а с другой стороны, блин, не все нравятся всякие... А вот вход. Такую конуру залазить. Так, обычно мы днем идем, мы ночью не ходим. Вся ночь надо ходить. Вниз. Бляха. Ну мы ж крутые. Я прыгаем. Запретная зона. Тут зомби костю. Чего? Ну, блин. Нам предлагают выйти. Мы не туда залезли. Ай, у меня положился на удара. О, у меня тоже, что-то такое это, было. Это ночью нужно сюда лезть. Короче, мы темные зоны чистили днем. Их как бы желательно ночью, а тут вообще типа только ночью. Здесь, короче, ночные охотники живут, если мы сюда лезем. Днем. Короче, давай нельзя ночью дождемся. Да, давай все-таки эту штуку зачистим, это интересно. Достать хочу ингибиторов. Нам все нужны ингибиторы. Я еще компанию пройти, а не ингибиторы сраные доставать. Я говорю, что лично, вот я еще бы снял немножко баллы игре за вот эту хрень, которая заставляет тебе ингибиторы искать. Ну, потому что я считаю, что это, ну, типа, неправильно заставлять игрока для прокачки искать какие-то вещи, вас заставляют лезть в какую-то жопу только для того, чтобы качнулся. Хочешь, типа, сделать героя сильного и лезть в какие-то странные места. Тебя просто заставляют сама игра, то есть, типа, это... Так, какая-то... Ну, ладно, идем-то по компании. Это, типа, не какая-то, понимаете, механика основная в том плане, что... Я понимаю, там... Нужно было альтернативные способы получения этих вещей достать. Хорошо, прыгуны бьют 120 за удар. Да похуй. Так, ну погнали, у нас какая квест? Поищи Клиффа на мосту дьявола. Идем на мост дьявола. Блять, потом полутаться мы сможем потом. Давай компанию немножко пройдем, а то, я думаю, не всем, возможно, ребятам интересно смотреть, как мы лутаемся. Нафига ты убил чувака? Просто проверил. Да, 25 очков дало, кстати. Тут вообще по барабану кого-то убиваешь, думаю. Не знаю, может там в конце что-то будет. Опыт. Ну, если честно, этот элемент ММОшности, мы, кстати, не туда двигаемся, налево надо идти. Этот элемент ММОшности в игре в прокачке, подсветка. Я не совсем понимаю, зачем его реализовали. Эта прокачка реально длинная, ну то есть долгая по времени. Да еще и лутание специальных мест. Ненавижу, когда в патруле я не убиваю ни одного зараженного. Так, как все, вот так поднимемся. Кстати, заметь, что когда мы в прошлый раз лазили, не было ни одного ночного такого прыгуна, а в этот раз был. Пойди, мне кажется, что там часть частично были квестовые. Просто. Но он реально сильный. Ну, вот, ну да, то есть, типа, ну, его можно убить, он, типа, урон получает нормальный. Там проблема скорее не в уроне, а в том, что ты не можешь выйти, ну, удар не держишь. Там надо броньку поднимать, если там, по идее, броньку поднимешь. Может, и будет нормально с ними рубиться. Тем более, я даже не увидел, какого уровня он был, на самом деле. Ну, второго, может, уровня. А второго, нифига себе. Больно до второго уровня, вроде, если да. Честно. Он бьет. Что он меня шотнул, по сути. Мне так же само. Так, мы почти добрались. Да, спасибо, ЕПР, ППР за подписочку. 8 минут назад я сейчас заметил. 19 месяцев ЕПР, ППР с нами. Скоро будет 20-й, там уже выйдет. Блин, ничего себе подъемчики. Мы тут были уже, разве нет? Ай, ну да. Буду встретиться с кем-то, как обычно.
Можем в фотошоп вылезем, как обычно. До встречи. Тут зомби, ё-моё. Так, а где квест вообще? 14 метров. Что? Надо его душить, блин. Там еще один. Маньяки, короче, зомби-киллеры. Я просто не понимаю, что... Мы точно туда попали, куда надо? Ну, только это вниз он спуск есть. Тут тоже когда спуск есть. Опа. За крики. Иван, ты все разгрузил. Блин. Да, отходи, отходи, отходи. Ну, они это замедленные, это не быстрые. Ай. Отвали от меня. Я сами на перегоню. Того же, как не увижите, где дох, у них просто странный, у этого вида зомби один странный, странное умение прыгать на тебя и кусать тебя, блин. Ну это же он пытается ухититься, а ты его отталкиваешь. Ох ты, хорош комбо. Я смотрю, что рубящее оружие очень хорошее, они... Не понял. Ладно. Сделаем вид, что так и должно быть. Я связал, точнее связал, говорю. Вырубил заднего. Так, нам точно сам нужно было, или мы не туда пошли? Что еще есть? Проход. Тут еще проход вниз, Иван. Ну нам вниз, вот я тут говорил, нам вниз походу сам дойти. Это выстрел был. А блин, фигня полная. Вот еще, короче, я тоже быстро, кстати, был. А, быстро утать, что у них нужные вещи. Блин, здесь половина бодрствует, не спит. Я бы не сказал. Боже, у меня такая жопа происходит, если честно, в игре. Они ходят жопой вперед. Этих можешь еще по передних убить. Блин, нам сейчас на бустерную зону будет. А тут рядом вон, 28 метров. Еще один зомби. Я его схватил. Мы гребаный спецназ. Куда мы идем, на самом работаем. Деле. Я не знаю, может даже не вся квест. Я понятия не имею. Не, сюда, сюда, сюда. А вот, Дим, зона. Ну там люди стоят, видишь, снизу? Ну, можем прыгать, там получим свет. Вон там свет горит. Не, это враг, это враг. Иди, надо людей задушить. У нас тут злоумышленник. Выпустите этого типа. Бляха, увидели. Ай! Справишься? Не первого левела, кстати. Подавись, о, как он ударил, меня живот поставил. Бля. Куда мы спускаемся? Это свет, света мы набрали. Ну да. А вот мы дошли, вот тут еще, кстати, взлом есть, давай взломаю, а потом на квест.
Интересно, как они прошли, типа... Да что за фигня? Как они прошли через всех зомби всех? Блин, сейчас смотрю, все мои друзья в Dying Light играют. Да? Все играют в Dying Light, да. Ну, я говорил, что игра, типа, неплохая, но все же... Если честно, вот, я ожидал чуть больше от нее. А сразу, когда Маунт будет? Когда Dying Light, то пройдем, либо на DS. Не, я Клифф. Ого. Какое невероятное сходство. Охрана! Реально стой, похож. Стой! Я Дэмиэна! Как ты сбежал? Сбежал? Мне незачем бежать. Так ты не... Ты с ними заодно, да? Ну, да. Послушай, Клифф, что меня правда интересует, так это убийство командира Лукаса. Миротворца? А что с ним? Это не вы его убили? Нахер нам это делать? Мы не самоубийцы. И у нас есть дела и поважнее. Он например, ты. Я? О чем это ты? А вы с Дэмианом так и не поняли? Ну ладно. Я люблю своего брата, но он тупица. И всегда им был. Дэмиан, по рации вызвать или? Да. Дэмиан, это Эйден. Ты меня слышишь? Да. Ты нашел Клиффа? Да, но... Привет, братишка. Ты нам очень помог, прислав их сюда. Доктор Вальц очень доволен. Боже, они на Вальце работают. Вальц? Он наш босс. Босс? Клифф? Что? Я не понимаю. Да. Они меня схватили. Но теперь я уже с ними. Пришлось прикинуться, будто меня хотят убить, чтобы ты сделал то, что нужно. Ты сделал... Что? А только не конючь. Это был единственный способ заставить тебя. Как ты мог так поступить? С ребятами, которых я втянул и послал на смерть. Не переживай, братишка. Это все ради благой цели. Чьей благой цели? Боссу, конечно же. А теперь ты прислал парня, который нужен боссу больше всего. И? Тоже уйдет и гопников на нас натравит. Драться начнется. А не. Это вау. Он, парни. Тот, у кого игрушка доктора. Не, он сам убежал. Как обычно. Не все убегают. Четыре на одного. О чем ты говоришь? А, четыре на одного. Я должен был сказать. Ага. Да. А в итоге три на два. Да ну, чё должны... мы звончики? Потанцуем. Боже мой. Боже, ты будешь реагировать на мои удары, пожалуйста. Подавись, говно! От меня не уйти, сучара! Боже. Как тебе мой супероружие мое? Одного нет. О, эффекты пробежали. Дайте моим супероружием, пацаны. Все, так мне оружие новое поставить. Там еще идет талант. Там еще кто-то пришел, гопник. Еще два гопника. Понял. Вверху еще один гопник. На землю. Блин, не успел. Ладно, так не лутаться. Я, наверное, похилюсь. Боже, они боксят со спины, это, конечно, жопа. Когда они блок ставят со спины, блок происходит. Еще кто? Гопник какой-то сверху. Сверху откуда? Я похилился, мне надо похилиться. Ну давай, хилься. Так, давай, прыгай на меня, ну что ты тупишь? Попробую вернуться. Есть интересное для лутания или нет? Там зомби есть. Или человек, не понимаю, кто тут есть. А, это Клифф. Босс он. Жалеешь? Хоть бочить можно. Сразу убили, прикинь, а, на шипы. Дэмиан, ты все еще здесь?
Ответь, Дэмиан! Ты что, меня Дэмиан? Слышишь? А что с ним? Айтер. След помог? Не, это тупик. Не удивлен. Что будешь делать? Копать дальше. Давай. Штанишки, антибиотики, ну ладно. Я так понимаю, что вещи третьего тира, а мы не можем так просто. Там что еще есть в сундуке, я его не лутал. Лекарства два. Еще есть какие-то двери, не знаю, на выход они. А, это на улицу. Ну все, по теории на улицу можно выходить тут. Ну пошли. Идем к этому Дэмиану. Да, сюда, он сейчас не совсем понял, конечно, ну ладно. Вот, на улицу проход тут. Так, валим к Дэмиану, узнаем, что за фигня. Короче, я так понял, что очень хотели нас убить. Это доктор Вальц, как обычно, за нами тут гоняется. Тут уже хер знает, сколько группировок. Доктор Вальц со своими идеями и гопниками. Потом эти миротворцы. Базар. И просто какие-то гопники непонятные вообще, чьи они. Ты реально с какими-то перками? Как ты так прыгаешь, мать его? Далеко он прыгнул, далеко. Я так не могу. То есть теперь они долетают. У меня из этих... Отталкивание, походу, у меня взял. Рывок есть. У меня рывок есть. Увеличить скорость бега и перепрыгивать через большие туры. А, всего центра. Доставить до более высоких уступов. Запомни, я тоже прыгаю дальше. Ты не то, что с тобой случилось. Так, ну идем на квест, 140 метров. Бляха. Я хочу перк качнуть, который высоту типа увеличивает падение. Так заорал, я думал, ты разбился. Я подумал, там высота большая. Там было мелкая высота. Ладно, я прыгну сюда. На самом деле, знаешь, по бочке уже не так много опыта дают. Вот эти еще вот в игре, что, скажем, такое, ну, не знаю, конечно, для меня это как минус, может, для вас это не минус, но, допустим, если вы заметили, очень мало опыта дают за зомби, то есть один зомби там дают 20, 15, 20, там 25 опыта, может, 30 опыта, а в то время как... на другой стороне должна быть. В то время как, допустим, за квест вы получаете по, там, 2000 опыта, по 3000. То есть, грубо говоря, прокачка в игре вот, убийцам зомбаков не сильно выгодна. Даже ночью ходить на вылазки не так выгодно, как просто Эйден, проходить ты квесты. Ты настоящая легенда, в курсе? Дэмиан, в чем дело? Пусти меня! Слышишь? Что происходит? Открой дверь, или я ее выломаю! Ну тут что-то происходит. Давай поговорим. Как думаешь, что он хочет? Что случилось? Где Дэмиан? Он заперся в башне. Давайте узнаем, за чего? Из-за чего? Понятия не имею. Несет какую-то чушь, что он в чем-то виноват. Что-то с ним не то. Что людей, типа, он не отвечает на убой водил. Болтать он явно не в настроении. Ладно, вход. Есть другой вход в башню? Нет, по крайней мере, обычным путем. Кое-кто пытался забираться по стене, но потом их приходилось отскребать от земли. Я попробую. Будем лезть, короче. Одни проблемы создает Дэмиан. Людей... Всех создают проблемы, чувак. Да, да, тут типа... нет ни проблемных. Сюда, наверное, лежит, подниматься вот сюда, надо, наверное, в первую очередь. Потом а наверх. Ой, да ладно, я тоже пока не знаю, куда дальше. Может, другая сторона? Я посмотрю тут. Туда подъем, тут с этой стороны подниматься мне туда. Тут просто видно, что есть эти, как его, зазоры для подъема. Сюда. Сюда. Там сюда. Боже, смотри, куда я залез. А там надо сюда все равно идти. Тут. Дальше там не поднимешься. Честно говоря, что-то они замудрили с подъемом.
Так, потом прыгать. Ой, а там, по идее, как дальше лезть? Тут? А, вот так, наверное. Сюда. И сюда. А дальше по лестнице. Ну, честно говоря, легко. Боже, как он туда залазил? Что-то не понял. Лишь подъема нету нормального. Он же... Он по лестнице пошел, походу, какой-то. Нет, так тут лестницы нету, как таковой. О, здесь сейв, Иван. А, я записку не знаю, сейчас. Нам просто сейв подсказали, там код какой был. Давайте я фонарик врублю. Тут мы, там какая-то валяется фигня. Вот, что-то есть, смотри, вот, видишь? Вот тут что-то есть, я не могу взять ее. О, записка. Паша мне пишет. Безопасный код. Вот, мне он нужен, безопасные подсказки. Да, безопасный код. Открыть. Безопасный код. Я, блин, знал бы, где это под... не подсказки, это где он вообще эти коллекции кидает. Вот, 5 умноженное на 100, 500, плюс 15, 515, 510, короче, код. Да, я правильно посчитал, да, 510. Сейчас проверим. 510? Да, должно быть 510, там 5 умноженное на 100, 500, там плюс 15, 515, минус 5. Наверное, это не тот, не может быть, это не тот. А, говорят, что это не тот конверт. Конверт, что я посмотрел, не тот. Но он называется безопасный код. Не может быть, я получил безопасный код. У меня больше нет безопасных кодов. А ну? Да, это он. Ну вот. Кассета? Серьезно, мы ради кассеты это делали? Ну ладно. А там было видно, что кассета на желтом подсвечивалась. Да. Да, понятно. Я думал, может, что-то еще там влезет. Надеялся. Дэмиан! Стой или спрыгну! Постой! Ладно! Я стою. Расслабься, Дэмиан. Давай успокоимся. Что тебе нужно? Поговорить. О чем? О жизни. Что выбрать? Не знаю. О том, чтобы не прыгать. Давай выбирай. За то, что не узнал на своем опыте, умеешь ли ты летать? Не будь я таким слабаком и трусом, то уже прыгнул бы. Но ты не прыгнул. Что-то тебя удерживает. Страх. Страх всегда удерживал меня. Он помешал мне отказать этим уродам, когда они забрали моего брата. Он помешал мне предупредить ребят, вместо того, чтобы посылать их на смерть. Теперь меня ничто не сдержит. Я не стану сдерживаться. Ты готов к этому? Потому что если я перестану себя сдерживать, то смогу, наконец, полететь. Смотри! Нет! Меня неправильно выбрали. Не факт, кстати. Думаешь, что мы бы его не отговорили? Ну, побочное задание завершено. Не, ну на полюбасу было завершено, то есть нам по факту да, ни холодно, ни горячо, то есть он полетит или не полетит. А, может, можно было как-то спасти его. Там, ну опять же, это, ребята, это не гарант, потому что, знаете, это в последнее время разработчики любят делать иллюзию выбора. То есть, типа, якобы ты можешь что-то выбрать, а на самом деле оно нифига никак не выбирается. То есть, да, прыгни с этой высоты, только есть какой-то мусорник, чтобы не спускаться? Я вот хочу, кажется, сейчас смотрю, ничего, нигде ничего не вижу. Может, его и можно было спасти, а может и нет, это неизвестно. То есть, типа, в последнее время разрабы просто они халтурят, они вместо того, чтобы они делают диалоги, ты что бы не выбрал, происходит уникальный диалог, а конец всегда один и тот же. Что не вижу, куда прыгать можно. Я то же самое не вижу. Можем просто спрыгнуть. Как он закончится? Как он? Да, блин, а что они сделали, да? Куда прыгать? Я не хочу спускаться ладно, вниз. Ладно, чувак. Я а, веревка накрыла. Вот веревка накрыла. Не допрыгнул. Эй! Почему? Как это вообще возможно? Это, боже, гребаная физика. Невероятная.
То есть я прыгаю, удерживаю пробел, держусь на канате и начинаю на канате прыгать. Как можно на канате прыгать? Мы что, блин, гребаные гориллы Гроды или кто? Как мы так имеем такую огромную силу, чтобы на канате просто руками такой делать мощный рывок, чтобы взлетать в воздух? Так, все, это мы выполнили. Блин, это ж не основное задание. Давай, может, по основному пойдем. Давай, идем по основе. Ну, не знаю, такая Дэмиан. Мы вообще все прошли побочные, которые были. Сюжетная осталась, вот, отвлечься место встречи Джека и Джо. Погнали. Просто ты не забывай, что, возможно, конец, ну, сюжетной линии, побочную, если не выполняешь, возможно, и концовка будет хорошая. А, блин, может, вообще одна концовка всего? Может быть. Ну, значит, на идеале это надо тестировать. Это надо было, когда мы того чувака, как бы, заставили прыгнуть. Это человек или кто, или зомби? Человек. Слышался по Assassin's Creed. Да нет, ну по сути, если вас завели наверх, то должно быть было какой-то мусор, куда можно спрыгнуть. Что за музыка такая? Ага. А чё они вылезли на нас? А чувак, я сразу не убей его. А чё он быстро взялся, не понял, я попал. Мы с тобой не деремся, Алё, чё-то. Я, конечно, его ударил раз, когда размахивал. Он стал этот театр его локтем. Ударил так, как будто оружием. Рядом контейнер с ингибиторами. О, контейнер с ингибитор. Где-то контейнер есть. О, чувак, это надо пособирать. Да, согласен. Это хилочки, источник халявных хилок. Хотя на самом деле хилки продаются по 60 копеек штука. Но там, правда, продают вроде бы первый тир хилки. А это типа не очень круто, первый тир. Чё, это мед? А, это перья, это не мед, только не знаю зачем они, но... Валим. Для стрел. Ну, где есть луки, я так понимаю. Ну да, тут, я стрелы тоже набирал, то есть луки должны быть, да. О, биохазард. А, не, карантин зона. Нет, это только ночью надо идти опять, как обычно, не пройдем. Вижу бандитов. И кучу тел. Софи, мне очень жаль. А где они? Я так и знала. Я знала, что эти суки нас обманут. Им пиздец, Эйден. Убей их всех. Бляха, ты понимаешь, куда идти надо? Нет, я не вижу задачи. Убейте головорезу Джека, я тоже не вижу задачи. Ничего не понимаю, это снизу или... А вот, вот, снизу они, вон. Вот, они под нами прям. Только она не подсвечивает, то, по идее, я догадался по куче тел. Только там я вижу одно тело. Это шутка такая. Давай, я его отвлекаю. Кто это, блядь? Куда он нам? Блядь, они... за спиной тебя бьют. Папа, кто? Блин, я его не видел. Блин. Ай! А что за... Ты откуда взялся? Хватай этого засранца! Походу, это они были. Все мертвы. Ёбаные твари! Найди кристаллы! Они были у Сьюзи! А вон Сьюзи тут, походу, должна сидеть. Сьюзи? Карл, его увели. Что? Карл. Куда? В свой лагерь. Мы должны... Сьюзи. Сьюзи, где кристаллы? Сьюзи! Все прикольно умирают они. Такие... Говорят, говорят, бахают. София, я нашел Сьюзи. Мертвый. Да, нервистично. Нашел ее живой. Сначала птичка. Теперь она. Черт.
Черт, черт! Ты ничего не могла сделать. Нет. Но это я отправила их туда. Люди Джо похитили Карла. И я не вижу кристалл. А, бляк! Блять! Черт! Ёбаный! Что? Громила! Огромный уродливый ублюдок! Он медлительный. Просто осторожнее. Осмотри другие тела, Эллен. Может, кристаллы еще там? Сейчас мы его задубасим. Че, урод, хочешь подраться, я мою? Так, и примерно, что у меня есть? Ну, ножи бьют вообще ножи? Не бьют его ножи. Ай! Откуда зомби взялись, не просто спину еще? А, я понял, появляетесь, понятно. А ты откуда взялся здесь? Бляха, откуда вы взялись? Вон, ты где вообще? Я села осматриваю. Да блин, ты булочку мог мне. Я кидаю бочку, бочку осторожно. Я кидаю бочку осторожно, вон, ходи. Ну, грудью еще припасть. Блин, легендарный топор не хочу брать. Это что, подешевле возьмем? Легендарку на что-то серьезное, это не серьезная проблема. Это проблема начинающих. А ты откуда взялся? А, за я понял, баг. За него вообще много опыта было. Хрен знает. Я бутылку ему в лицо кинул. Его бочка вообще рванула, не знаю, как он выжил после взрыва бочки. А что эти зомби берутся, я еще не понимаю. Он что, приходит каждый раз, бессмысленно их бить. Сейчас я помогу тебе. Тут зомби какие-то странные везде. Ты еще поджег его? Он по костру, походу, прошелся, дурачок. Так, я убил. Боже, как он тут куски теряет. Его силовыми атаками меня так не надо бить. Опять зомби откуда-то взялся. Че, типа, настроен спавн зомби со спины, что ли? Я еще не пойму просто. Я его даже убить не могу, ладно. Боже, он блок ставит? Блин. Ну такое себе, если честно. Так, идем, по кресту два креста. Тут зомби вообще тупит что-то. Тут найти одно тело, тряпки и второе тело здесь. Тоже тряпки, нету кристаллов. А вон зомби появился, откуда? Софи. Они что, с земли вылазят? У них все забрали. Ну это ладно, это скандалы. Наверное, еще до твоего появления. Все пошло не так. Ладно. Хватит отсиживаться. Встретимся у лагеря Джека и Джо бежим. На крыше у эстакады. Бежим. Мы отправимся за Карлом и за нашими кристаллами. Джек и Джо заплатят за все это. А что она не говорит? Кристаллы. Вообще не знаю, зачем эти кристаллы сраны. Ну ладно, это деньги. Не проще было бы деньги просто. Не, не кристаллы. Вон, туда, Эйден, 36 метров. Как дела? Угу. Ты жив, парень? Черт, становлюсь сентиментальным. Не говорил такого с третьего развода. Я ценю это, но не слишком надейся. Я замуж можно. Я не собираюсь. Узнал что-нибудь об убийстве? Я слышал, как брат Софи говорил что-то о смерти Лукаса. Но это пока все. Но теперь у них новые неприятности. Бандиты, о которых ты говорил, взяли в заложники Карла. Вот дерьмо. Карл! Вот именно. Я помогаю его вернуть. Хорошо. Завоюю ее доверие. Так мы там пацан ночное задание дает. Главное, чтобы они ничего не заподозрили. Это если ты залезли. Можешь это сделать, Айтер пропустит нас в центр. Не добегу, я тебя, короче, нажму. А, ну окей. Да я мог туда добраться, я думал, ты пацан хочешь по квесту. Ну ладно, пошли. А смысл нам ночью? Все, я тебя вызываю. Да я добегу уже сам туда.
Ящики, кстати, есть. А денежки есть? Ну, поговорим. Ну, я говорю, с этим лысым только побежал. Он умеет говорить, кстати. Ну, привет, Герман. Не умеет. Где Софи? Ты почему не на задании? Ты бы там пригодился. Ну, ладно. Похоже, я должен подождать здесь. Мне кажется, он в зомби. Они так же говорят. О, ночная вылазка. Отлично. Если мы спим, значит, ночь будет. У нас вечная какая-то жопа. Я спрашиваю, сколько было запрещенных слов сегодня, но я лично вроде бы ни одного не заметил. Ну, были куча матов, там типа а-ля говорили мамка ёп и прочее. Но именно запрещенных не было. Ну, я не замечал. Как-то на удивление, кстати. Ну, просто не часто бандитов били сегодня. Я, может, я уже так привык, что я даже не слышу, как они ругаются. Арт, может, патч был? Патч был на 200-метровый, но я не думаю, что мы озвучку поменяли. Опять глюк? О, мы еще управляем глюками? Мия? И в наших глюках есть еще какой-то мой клон. Ладно. Управляемые глюки — это мощно. Иди сюда. Мия! О, у нас синхронные глюки, да? Ну да, парни. А чё у меня звук сзади, а не спереди? Мия, где ты? Звук неправильно они настроили. Аптека вот есть. Она. А, лута нету, блин. Требуются игроки. Да я рядом стою. Мия. О, нет! 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 Гляди. Лысый меняет время. Это короче, я понял. Лысый, это Кратос. Джо заплатит за то, что Кратос сделали. У меня сразу были нехорошие предчувствия. Я понимала, что план Карла — дерьмо, но не стала с ним спорить. Карл. Потому что ты тупая. Почему Карл ты не отправила... Карл тупая. Так, почему ты не отправила Эгер? Ну, давайте лучше стоит убиваться. Хотя, блин, даже не знаю, что выбрать. Не вини себя. Могло быть хуже. А твой братишка дебил, кстати, его сжечь бы. Если бы я только послушала себя, у нас была бы вода, и многие были бы еще живы. Ты делала то, что должна. Я тяжелый хак сказал про воду. Просто выполняла приказ Карла. В прошлом стриме. Да, но я не позволю ему привести базар к гибели. Понимаю. Так, почему ты не отправила Германа? Почему Герман не был на задании? Против той зверюги они бы не выстояли. Его? Он силен, но беспомощен, как ребенок. Громадный ребенок. Ты не понимаешь. Герман почти глухой. Он был телохранителем моей матери с тех пор, как я себя помню. И после того, как она умерла, он остался с нами. А вот что он мычит. Однажды в моем убежище погас свет. Зараженные залезли внутрь через окно. Герман преградил им путь и бросил гранату в ближайшего. Он выжил при взрыве, но лишился слуха. Так вот он и лишился. В открытом бою он практически непобедим. Но если к нему подкрадутся сзади, он беспомощен. Понял, Герман, надо шикнуть. Смертельно опасная ситуация, особенно для него. Вот почему я предпочитаю за ним присматривать. Иногда я задаю себе вопрос, кто за кем приглядывает? Да у нас чеки тут, блин, куча инвалидов. По факту, блин. Сумасшедший брательник, этот крыса. У него брат крыса, Герман. Граната кидает перед собой. Как ты думаешь, Джек и Джо причастны к убийству Лукаса? Джо? Возможно. Он полный псих и вор. Он знал, что миротворцы хотят его повесить. Но Джек ему не позволил бы. Я даже он не помню, кто такой Джек и но Джо. Но далеко не глуп. Я, честно, вообще не помню, кто такой Джек и Джо. А он знает, кто такой Джек, кто такой Джо. Просто его знает.
Так там какой теперь план? Местные. Теперь я буду доверять своему чутью. И больше такого не допущу. Поспеши ты туда. Может, кто-нибудь из наших выжил бы. Я думал, пилигримы бегают как долбаные газеты. А может, давай его убьем? Что? Я хочу его убить. Если бы он не опоздал, у нас был бы праздник, а не поминки. Я причем еще на вас работаю. На случай, если передумаешь. Прошу его убить. Главная цель. Он может быть невыносим, но когда-нибудь мы добьемся лучшего для этого города. Да, мы повесим да, твоего мы брата. Сожжем. Вздернем его. Или под килем протащим. Я корабль даже готов построить, чтобы под килем протащить его. Птичка, за тебя! Так ты его убил, блин. Они, кстати, они серьезно. Разрочить, если бы переживали, да я его первый повешу, я вздерну его за бесплатно, серьезно. Это птички послушаем. Вы были близки с птичкой, верно? Он хотел стать поэтом. Все читал мне свои стихи и говорил, что остальным их не понять. А я не говорила ему, насколько они были плохи. Он был хорошим малым. Я взяла его в отряд, когда отец погиб в темной зоне. Ему было 10. Так мало. Такие шмаркачей набирают. Слишком мало. Но у него больше никого не было. Поэтому я его приняла. Поэтому... Брата лучше бы, блин, задушила в детстве. Если ты прикончишь тех бандитов... Джек Хер и Джо Манда. Думаешь, если убьешь господ Хера и Манду, что-то изменится? Смерть обычно многое меняет в жизни людей. Карл был неправ. Мы должны отправиться за ним немедленно. Это их имена или это прикол такой? Мы должны ему помочь. Он один из нас. Мы спасем его и заберем кристаллы у Джека и Джо. А еще я не позволю им безнаказанно убивать моих людей. Ральф, Сьюзи, Логан, Птичка. Да плевать, мы их не знаем. Мы должны отомстить. Джек и Джо убили их, и теперь они сами умрут. Твоя рация. Иногда она немного барахлит. Сходи к Альберту. Он чинит такие штуки на раз-два. Спасибо. Это как он, по идее? Это Айтер. Уходи, но не попадись никому на глаза. Вы хорошо смотритесь вместе. Я на крыше рядом, нужно поговорить. Сейчас? Речь идет о твоей жизни. Ладно. Я придумал имена для... для твоих девчонок. Хера и Ман. Клянусь, я их выпаду. Ты имена были? Я так и не понял. Я считал, что... Я немножко выпал с разговора. Кусочек за кусочком. 60 метров. За Ральфа, Сьюзи. Блин, ну давай, запасть? Ладно. Как-то опасть, да. Тут. Ну я надо прыгну. Я тоже допрыгиваю, у меня прыжки через shift есть. Рядом контейнер с ингибиторами. А, наверх туда лезем. Ой, блин. Я не знаю, это локализатор да, такой херни сделали, или так и должно было быть. Так, все, я наверху. А вот зачем такой подъем еще тупой сделали? Я давай сейчас... поговорим. Не знаю, для обучения. Ради демонзации коматиков не говорил. Да блин, твоя игра просто... Тут мат везде. Что тебе нужно? Мне не нравится то, что здесь происходит, Эйден. Сначала бандиты Джека и Джо убивают людей Карла. Теперь Софи готовится ответить. Ты ведь тут не замешан? Ты же сам сказал сблизиться с ними. Я собираюсь обыскать лагерь Софи и решил предупредить тебя. Ты уникальный зомби? Снизу, слева. Ты нашел Лазаря. Они могут заподозрить, что ты шпион миротворцев. Не похоже. По-моему, они рады любой помощи. Они так говорят. Но эти люди ненавидят нас, Эйден. И всех, кто на нас работает. Так что если они заподозрят, особенно такие, как Софи... Я справлюсь. Лукас тоже так думал, и чем все закончилось? Было бы жаль найти тебя в какой-нибудь канаве без куска шкуры. Ты пришел сюда предупредить меня? Ты помог мне с Лазарем, а я забочусь о своих союзниках. Софи просто нужна вода, и все. Вряд ли она что-то подозревает. Ха, думаешь? Она ненавидит миротворцев. Винит нас в том, что мы не помогаем Базару и в смерти своей матери. Так что, когда мы начнем допрашивать ее людей, будь осторожен.
Спасибо за совет. Есть что-нибудь по расследованию? Софи тоже хочет узнать, кто убил Лукаса. Ну и что? Они знают, что если мы докажем, что Лукаса убили они, будет бойня. Узнаю Софи, когда она планирует напасть. И будь на связи. Блин. Береги себя. Нафиг напасть, ничего не понимаю, что происходит. Не, ну я бы за этого чувака убил. Всякие там неадекваты. Софи. Она какая-то, блин. Но будь осторожен, Эйден. Ну я согласен с этим. Там, блин, когда вся шайка неадекватна. Глухой на гранаты кидается, блин. Не, ну, тупая, которая... Ну тоже он, да, глухой тоже какой-то неадекватный. Это что нас там... Нас поднимал тогда, помнишь, блин, мы даже ничего не сделали. Вот куча еды их сделала. Да, плюс ко всему... Брательник ее вообще, наверное, самый сильный злодей в этой игре. Может, таким дебилом это не знаю. Как можно быть таким дебилом? Он просто типичный дебилоид. Убил кучу людей, сбежал, блин. Птички не помог, вместо того, чтобы птички пойти помогать. Послал нас птички, а сам сбежал с кристаллами. То есть, типа, крыса, птичка умер. Так, ну мы ночь. А, это утро, это не ночь. Это почти ну, утро. Давай назад теперь, да? Назад к этой чувихе. Ну, да, надо узнать, когда нападут они. Блин. Ааа, не допрыгнул, твою мать! Скорость не разогнался. Разбился. Давай. Лезем наверх, сейчас нас загрызут здесь. Ой, бляха. Не, давай к ним. Там огненный зомби, Вован. А как ты прыгнул наверх, сейчас не понял. Блин, да что ты... Чувак, я опять разбился. А ты издеваешься. Так медленно? Он, я не допрыгиваю, не докую. Вообще, как будто у меня, блин, с лапой что-то случилось. Рядом контейнер с ингибиторами. Как тебя поднял? Давай, лезь. Не знаю, я вообще я заглючил. Не, я лежу. А я заглючил в стенке, чувак. У меня в минус пошла шкала, типа, чувак, у меня шкала в минус уходит. Ладно, короче. Ешка нажми, умри. Да я так и делаю, чувак, шкала в минус зашла. Я встал, типа, с какой-то текстурой, шкала в минус заходит. Так, где она? Куда идти вообще? Не понимаю, вон туда. Да, проблема в том, что на кес, походу, он не будет работать, потому что только... Вау, у них что, монстр? Прыгать, боже, у них монстр горит там какой-то. Блин, кто долезть? Я уже боюсь прыгать. Я через щит прыгаю нормально. Ну, смотри, он не допрыгивает, чувак. У меня что-то с персом, блин. Я не знаю, что за фигня. У меня просто вообще не прыгает он. Я как-то сейчас с тобой не буду идти. Это опять сейчас. Сейчас я подходил к квесту, ТПшнишься. Это просто сила руины. Я прыгать не могу. Надо ее найти. Сила руины. Я прыгаю так, как будто простой человек. Ты есть простой человек. Я думал, ты Супермен или Халк. Каш, когда будешь готов. Я стал прыгать в три раза медленнее. Только наоборот. Апа, ты все разбегаю, или я буду сейчас, блин, как простой бомж бегать? Давай, поговорим с ним. Разве тебя не волнует то, что Софи будет делать дальше? Я его говорить не могу. Подари его. Не видел Софи. Я ее ищу. О, да это наш отважный пилигрим. Убить. Я тебя искал. Пей. Будем. А, у меня горло болит. Не хочу вас заразить. Я, бля, неуязвимый. Любые гнусные болячки могут мне отсосать. Этот кретин Альберто не проверил твою рацию? Он даже не может связно говорить. Небось, у него в мозгах дырки, как в швейцарском сыре. Прояви уважение, Хамфри. Альберто гений, если дело касается оружия или брони. А ты что умеешь? Пердеть свою губную гармошку?
Эй, козлы драные! Молитесь! Барни идет! Крыша сцепляет. И он вам глаз на жопу натянет! Меня реально парни раздражают. Я с ним даже пухать не буду. Я вам бошки вскрою и вырежу сердца. А если мы их всех зарежем тут, как думаешь? Хамфри? Надо поговорить с Софи. Вот что ждет убийц. Давай ударим кого-то. А, и оружие недоступно. Только одна вещь. Давай с Альбертом поговорим. Ты чертов поэт. Привет. Ты не видел Софи? Софи, да, она пошла, она сказала... У них, блин, весь город психов. Точно! Спасибо. Подожди, есть еще... Еще одна вещь. Что-то не так с... Не работает. Ну, сломано, так что... Папа спрашивает, не сломана ли твоя рация? Иногда она хрипит, но раз пока работает, лучше ее не трогать. Можно спросить? Конечно. Зови меня Эйденом. Винченцо. Эйден, как ты стал пилигримом? Это значит, ты убийца? Винченцо, почему? Что ты? Зачем? Пап, ну, мне просто интересно. Ответишь мне, Эйден? Ответим. Возможно, мы поговорим об этом еще в другой раз. И спасибо, что предложили помочь с рацией. Я вообще-то сделал, я не убийца. Он сказал совершенно другие диалоги. Меня тоже немножко кошмарит в играх. Особенно РПГшка, когда у тебя диалог типа «Нет, я не убийца, я там не буду что этого делать». А он говорит «Я это сделаю». Типа, давай написано одно, а по факту делают совершенно другое. Сейчас, где я похилюсь? Это немного раздражает в играх, когда я хотел сказать совершенно другое, не то что герой. Если ты пришел узнать, есть ли у меня парень, его нет. Что не означает, что у тебя есть какой-то шанс. Его чего? Нет. Если думаешь, что меня это интересовало, вообще? Есть ли у тебя парень, то это не так. Хотя, если ты передумаешь насчет моих шансов, я тоже мог бы передумать. Класс. Так в чем дело? Присмотри сегодня за Барни. У него на лбу написано «Большие неприятности». Ладно. Да пусть умрет уже этот Барни. Побочки все выполнили, кстати, или нет? Хер его знает. Я здесь. Как твоя рация? Теперь работает? Иногда работает, иногда нет. Когда как. Сьюзи, так я Лога! Захочу, должен был ответить. Клянусь, я их порву на куски и сожру! Птичка! Ральф! За вас! Я вас люблю! Что дальше? Ты помнишь начало падения, Эйден? Смутно. А для меня, будто это было вчера. Какое-то время мы защищали церковь от зараженных. Моя мать командовала. Каждый день погибали десятки. Она помогала людям выжить, пока я присматривала за Барни. Первого просматривала. Она умоляла миротворцев о помощи, но им было все равно. В конце концов, ее ранили. Это произошло на рассвете. Меня привели к ней на крышу резницы. Она увидела меня и заставила меня пообещать, что я присмотрю за братом. Она сказала это таким тоном, будто одалживала мне свою машину на вечер. После этого она назначила Карла своим преемником, а меня — его помощницей. «Ты вырастешь и станешь лидером лучше, чем Карл», — сказала она. «Но пока мир охвачен огнем, люди не станут слушать какую-то соплячку». Она ошибалась. Я тоже так всю жизнь думала. Но не сейчас. Сейчас я понимаю свою мать. Лидер должен быть безжалостным. И тогда я не была готова. Я готова сейчас. Я понимаю, о чем ты. И знаю, каково терять близких. Говоришь о ком-то конкретном? Mm,
давайте скажем. О моей сестре. Мне жаль. Возможно, жалеть и не стоит. Это мы еще выясним. Так поэтому ты пришел в город? За ней? Да. Софи, давай поговорим. Пора за дело. Нельзя дать Джеку и Джо подготовиться. Эйден. Эйден. Опять. Мы не с того начали. Глоток для храбрости? Может, тебе не стоит столько пить перед делом, барни? Мне? У меня самая крепкая печень в Велидоре. О себе лучше думай, пилигрим. Где Софи? Вон там, на крыше. Я слежу за тобой. Бляха-муха. Честно, ну, совершенно не сопереживаю никому из этих. Мне самое жалко будет этих двух. Вот эти двое, их жалко, всех остальных плевать. Их хоть, блин, там, не знаю, на костре сожгут собака-люди. Вообще, вот, серьезно плевать. За каждого из наших я убью пятерых. Боже, да ты никого не убьешь. Ты вообще, кроме кристаллов, собирать ничего не умеешь. Даже кристаллы собирать не умеет, но мы их его спасали. А давай на крышу поднимемся, ветряк. Давай ветряк, может, активируем. Он же не активирован, да, у нас? Короче, реально, этот чувак меня капец раздражает. Брательник ее. Рано чего не зацепился. Вау, чё несинхронно да, работают. Вау, какая музыка началась. Что-то не понял, куда выше пойти. А, вот сюда. Это активировал? Да, уже что-то переподключаем. Да, это будет новая зона безопасная. Это святой Ветрякус! Миротворцам поможем, да, наверное, если будет выбор. Да, нафиг эти клоуны. Они просто реально клоуны какие-то безумные. Они нагнетают, все они миротворцы. Миротворцы все, что сделали, перекрыли проход. Тоже, конечно, не очень хорошо. Но, блин, эти психи, да я, блин, их нахрен уничтожил бы на первом взгляде. Миротворцы тебя пытаются помогать, а эти только о своих жопах думают. Рассказывай, какие миротворцы злые. И они даже никому не пытаются помочь, кроме себя. Миротворцы, они хотя бы пытаются это сделать. Можно было прыгать сразу. Посмотрим, кто кого. Боже, я почти умер. Сейчас перевяжусь. Миротворцы наблюдают за нами. Пусть смотрят, что будет с Джеком и Джо. И что может быть с ними. Ты сказала, что пришло время действовать. Мы действуем. Я отправила трех разведчиков к лагерю. Карл и кристаллы должны быть где-то в здании. Как пройти по лагерю бандитов с помощью бинокля определить точки входа. Короче, на бинокле. Давай. На точке входа как-то искать. Охраны немного. Остальные, наверное, спят. В лагере можно попасть с нескольких сторон. Идти через главный ход самоубийства. Пойдем через главный ход? Я вообще ничего не делал. Ты пойдешь первым. Мы зайдем с другой стороны. Возьмем их в клещи. Если все пойдет не так, отступим на базу. Куда? В мотель Танго. Пойдем с главной, Димон, прохода, вообще париться. Скорее, через главный. Я что, буду ее слушать? Мы... Пошли. Мы отбухнем с этим ее братишкой и его отправим первым. Так, кто-то не мешался. Сейчас зомбарей лучше перебить ближайших, потому что они будут нам мешаться, я тебе точно говорю. Зомбари, блин, они ж никому
Блин, ты чё? Так, так урона много получает при падении. Нравится тебе педрила? Осуждаю. И здесь это только разбойники. Не, Патч ничего не исправил, во-первых. А вдруг только разбойники. То есть, типа, это орут. Остальные в этом плане не парятся. Ну, типа, они не говорят запрещенку. Скрытность. Это по фиолетово. Меняем план, Эйден. Они напали на наше убежище. Кто? Софи? Там мои люди. Найди Карла. Так, что за бред? Спаси его и забери наши кристаллы. Живо. Короче, мы одни сюда идем. Вот за план. Да чего ж тупые эти поручения? Потому что они возвращаются в свою, блин, говняную базу защищать. Ни одного убил здесь сверху. Пушка только смотреть. С копьем. Зато внутри лута. Они видно, что прячься в кусты. Ладно, можно и так. Так, так тоже можно. Дверь какая-то есть. Тут а что там, блин, три калеки на базе? Не знаю. Помидоры охраняют. Нет, нет, помидоры это, конечно, святое. Ну, вот цецка сейчас получим. Так, я залутаю, там может копейки выйти. Прах сверху, вроде бы. Конечно, не слышу его голос, не вижу по скану. О! Я тоже возьму копье, два копья лучше. А поговорить с разбойниками, может, разбойники вообще адекватные все жили, и то жили, а на них напали эти поганые базарцы. Торгашам не доверяйте. Нельзя доверять торгашам. Такие адекватные люди назвали себя базарцами бы. Эй, а копье можно вернуть? Я что вообще не знаю, что-то у них охрана три человека, это, блин, злобные разбойники. А кто здесь сидит в кустах? В кустах какой-то бомж сидит. Бля. Смотри. Он срет. Я не знаю, что он срет, что ли, или что это такое? Это разведчик, что ли, типа? Не знаю, я в кустах сижу. Тут я кинул копье в этого чувака, но не убил. Кинь копье мне надо. Я его... Опа! А где он? Наверху, блин. Наверху. А, там пошёл. О, я не тупой, я не даже... Я видел, ты на голову. Я ему ногой ударил на лицо. Ой, блин, тупори. Полетел вообще. Чувак, блин. Блин, мы не всех перебьем. Давай, пошел. И ты еще один пошел тоже. Давай стоять и сбивать их. Там хотел у тебя есть. Ой, капец. Ты же там. Ой, вы дурики. Это, конечно, угар. Блин. Куда лезешь? Димон, меня тоже наш скинул. Ой, а чё, блин,
Вау, как он тут пошнулся? Как он попал сюда? Боже, игра настолько багов, но в кооперативе, не знаю, как она в одиночку, но... Похильте, не знаю. Бляха, откуда он залез, сука, ударил? Чувак, перемещаются они вообще, типа, багами просто. А, это вторая лестница с другой стороны. Вторая лестница с другой стороны он. Он просто по ней быстро переместился. Ну все, мы, кажется, тут убили все. Ну все, пошли. Не заходите с главного входа. Они даже на своей шарманке сыграли. О, бандит-лейтенант, это босс. А где он, кстати? А вон, снизу. А. Нифига себе, он здоровый. А че он такой здоровый, как будто он не человек? Ну это Герман. Это просто Герман. Есть копье? Нет, нет. А копье. Есть копье? Стой, давай копье поищем. Не, нет. Нет их. А, ну я перепрыгну туда. Я сюда перепрыгну, опа, вот сюда. Для начала. Копий нету, по всей видимости. Вау, что за кнопка F была? Ай, бляха. Тут нету нигде никаких таких тем, чтобы их бахнуть. А чё он за трубу играет? Он трубач смотрит, надо того трубача убить на лестнице. Сейчас он повернется, короче. Взять на картон. Или он тебя видит, или меня видит? Я на картонах. Я на картонах вверху. Гребаный трубач, разворачивайся. А где трубача видишь? Я не вижу его. Я вижу... А, она очень плохо. Кто играет еще? Зарежь его! На этого гада вывести. Убили, кажется, этого. А нет, не убили. Боже, тут текстуру проник. Да, он жертвый, как инвалид. Чувак, это еще один дурик. Местный дурик, блин, еще один. Дерется такой типа. На, это максимальная сложность, вы понимали, господа. Да, это реально, мы на максималке играем. Это не думайте, что легкая сложность. Максимально, конечно, типа так, которая доступна сначала. Потому что, может быть, там есть какие-то максималки, которые откроются после прохождения игры. О, у него рубашка была у босса, кстати, хорошая. У меня штаны фиолетовые. Что-то есть еще лучше? Добыча. Это такой флаг поднять? А, нет, стой. А это вот нельзя, вот. Добыча лагеря. Как отойти отсюда? Алло? А, ну прикольно, то есть... Это по... Как мне выйти отсюда? Вся добыча лагеря лечения, тогда посмотрите тотем. Не, ну это молодцы разработчики, я как бы понимаю. Спасибо, что подсказку, это правильно вы сделали подсказкой. А как мне отойти от этой херобары? Стой, не поднимай, я хотя бы получу я добычу. Да бляха! Оранжевые сундуки. Просто... Как оранжевые сундуки? Не, у меня только аниматы, которые... Они... О! Фух! Короче, отошел? Понял, кнопка C или кнопка V отходит. Да я всю клавиатуру перебрал, чтобы проверить, как отойти. Они же не указывают, как отойти от этого. Приходится догадываться. Я эскейпом не отходит, эскейпом. Стрелочками не отходит, мышками нажимал, не отходит. Отошло на кнопку C или V, и то я не уверен, возможно, из-за времени. Кстати, у меня инвентарь полон по оружию. Надо выкинуть, наверное, какие-то оружейки. Наверное, первого левела даже нет. Я все забрал. Сейчас я соберу, потому что у меня тут печалька. Я топор фиолетовый заберу. Эйден, шмейден. Надо будет оружие, короче, на базу уже складировать. У нас наконец-то пришел тот момент, когда, знаете, оружия слишком много. Так, ты говоришь, все уже залутал, да? Да. Тут мед и ромашка были в помещении.
Так они активируют, что я сам ее активирую, чтобы посмотреть, где там вообще есть какая-то кнопка, может, это подсветка есть, я не заметил. Интересно, неужели они так тупо сделали механику? Так, ну все, там все залутали основное. Там еще ящики есть. Это считай деньги, это деньги. Только бы Ута пропустил, если бы активировал эту фигню. Да, активирую там. Окей. Я, может, не все заутал, но основное точно утонул. Так, начинаем. Давайте смотрим еще раз. Показывает он. А что я не могу подойти? О. А! Что там у тебя? Не, нету нигде подсказки, как отойти. Что это было? А я копнул баллон, и он взорвался, чтобы ты понимал. Короче, подсказки, подсказки нигде нет, как выйти отсюда. Очищено. Джек и Джо заплатят сполна за каждого из них. Люди появились. Короче, базу, окей, мы открыли новую базу. А единственное, что непонятно, это тут будет торговец на этой базе или нет? Это вот интересно. Так, а что мы вообще можем надеть на себя? Перчатки вообще без брони. О, перчатка две брони, кстати. Ну, хотя ладно, оставляем пока наши, они с одной броникой, но там эффекты. Эффектов больше просто на перчатках. Тело. Я бы хотел тело на с хорошими показателями, но... Не понял, что я зомби слышал? Это я же взорвал баллон, они тебе прибежали. Браво, на базу? Да, тут залазили. Короче, я танка пока броньку собрал. Я возьму, наверное, вот так, все бонусы взяли. Можно Карла освободить там в здании. Пошли. А торговцев нету, что ли? Тут сверху еще аирдроп надо будет забрать, не забыть. Может, есть, вон торговец. Давай, давай я продам вещи ему. Там залезть бы наверх, Иван. Пошли за мной, Иван. Бах! Я нашел бах, что ли? Или нет? Не. Показалось. Так, я продам сейчас оружейку. Нифига себе, 28 урона. А тут вообще 39. Я помолюсь за тебя. Так, начинаю оружие сбагривать, потому что у меня места не будет, кстати, на оружие. Давайте доспехи сбагрим тоже. Шляпы еще сбагрим и идем. Пока. Так, наверх от... Я на крышу залезу, пока. Ну, так, это мне не поможет, это я же не ТПшнусь туда. Вперед сам улезть. Ну да. Я уже почти залез. Так. Ты темная зона еще? Что за маразм? Открыл контейнер ВГМ. Черт, а кто не добраться сейчас? А ты проходил что-то на другую пока сторону? По этим... Ну, мне его подали за него, но я не забрал лут с него. Не могу понять, куда лезть дальше. Ты проходил снизу через здание там или нет? Да, да, через здание пробегай там, ну, коридорная локация. А, я понял, вот сюда надо было. А я пока биноклем посмотрю, что есть. Боже мой, я достал даже до сюда. Высоко все-таки лезть.
Бляха, муха. Боже, какой этот проход, Иван. Пол здания обижать пришлось. Сюда, что ли? Чуть не понял, а куда дальше? Ты по стене карабкался или как ты залез? Не, я или по парашюту? Я по этим, по кондиционерам. А ты где вообще? Я только... Дальше вот стена у меня тут. Ну да, я спущу стену. Что я? Ты не туда пришел. Как ты? Сюда иди. Сюда. Я просто что-то не езжаю как-то подняться. Сюда. Идешь? Да, да, иду, иду, добре. Вот, теперь сюда. А, то в обратную сторону нужно было. Вот понятно. По кондиционерам. А, понятно, я не понял, просто я пошел в другую сторону. Это самое высокое здание, что ли, на карте? Ну, в этом регионе, наверное. Хотя нет, есть там еще вышка, да. А, вон то, вот эта телерадиовышка. Говорили, что самое типа высокое здание это. Короче, радиовышка вот это. Типа здание. Потом собор вроде бы, а потом это здание выходит. Окей, а. Давайте по кресту спасем там кого-то, кого нужно было. Да, я жду тебя. Бираю луцецки, пока я могу. Честно говоря, база не очень хорошая вот здесь. Эй. Это место. Эйден, Шмейден. Пилигрим, где все остальные? На них напали. Где кристаллы? Вон там. Свяжись с Софи. Скорее. А, они вообще Карла похитили? Я еще прослушал это. Софи? Я даже забыл, как Карл. Карл со мной. Он в порядке. Что с парнями? Софи? Софи, ты меня слышишь? Ты должен помочь им. Никому я ничего не должен. А тем более вам, Додик. Где Джек и Джо? Они сбежали, как только услышали шум. Я не знаю, что они задумали. Сказали, что будут ждать подкрепления. Ну, все убегают. Какое подкрепление? Точно не знаю. Джо говорил о ренегатах, бывших военных, чья база на дамбе на другом конце города. В последнее время их видели на базаре. А куда идти? Куда мне идти? В мотель Танго. Там убежище Софи. Беги. Быстрее! Честно говоря, не совсем понял. Они же напали на базу, там вроде бы говорили. Что меня так одурачили? Джек и Джо заплатят сполна за каждого из нас. Так, ну квест 200 метров, ну бежим. Наконец-то кто-то поставил. Слушай, игра была про зомби, а мы в каких-то, блин, местных разборках участвуем. Не, ну там тоже была первая часть, там всякие эти местные разборки. Но, если честно, просто я совершенно не сопереживаю этим персонажам, то есть мне настолько плевать, ну, серьезно, знаете, как бы... Если бы их убивали, мне даже было бы, наверное, руку поднять леньки. Потому что настолько мне плевать было бы. Потому что ну, там мразота, ну, большинство... Хотя куча аэродропов появилась на карте. Ну, куча мразот, короче, грубо говоря. Там из тех персонажей, которые, вот, типа, разработчики хотят, чтобы мы сопереживали им. Ну, блин, будь мы в альтернативной вселенной, где эти люди не были мудаками бы, может быть, и сопереживали бы. А так, не вижу смысла. Я слышал какой-то шум в лагере Джека и Джо. Это еще не все, Хакон. На убежище Софии и Барни напали. Возможно, миротворцы. Черт. Не забывай, зачем мы здесь, Эйден. Мы должны попасть в центр Луп, а не ввязываться в местные разборки. Ну, типа того. Не лезь туда. Вернись к метро. Мы расскажем Айтору, что знаем. Может, он нас пропустит. Блин, к Айтору идти или Софии?
Дайте вам 10 секунд. А это давай к Софии, идем к этим психам. Идем к этим психам. Я лучше к этому. Идти, Хакон. Я обещал помочь Софи. Кроме того, это единственный способ узнать правду. Ладно. На связи. Все, ладно, будь там брательник ее, я вообще туда не ходил. Софи еще, она со всеми еще более-менее адекватна с этой шайкой. Потому что там, грубо говоря, Кайтеру... О, ингибиторы еще халявные, тем более. Черт, я опоздал. Ура, их убили всех. Барни, ты здесь? Здесь Барни валяется среди этих мужичков. София, София, ответь. На самом деле. Софика. Может, надо было Кайтеру идти. А забей, какая разница, ты не знаешь. Я, мне кажется, это не имеет особого значения. Что... Не знаю. Посмотрим. Не, я думаю, что это выбор был, это имело значение. То есть, типа, это был выбор именно. Нифига не даю 20 секунд еще вопрос. Мало так подумать. Я бы сел там, открыл бы пивко, почесал бы там задницу и подумал. Куда идти? Именно в таком порядке. Наверх поднялся уже. Фонарь в рублю-то ничего не видно. А, я на улицу открыл дверь. Я наверх поднимаюсь. Наверх еще не поднимался. Так идем наверх, стране куда идти. Давай идем. Ну что, мертвых тут? Хорошо бы ты с Иваном выбить разные опции диалога. А мне кажется, что нельзя так, типа, ну... Походу выберет София, одного... София, какого черта тут творится? Ответь! 6 метров эти, походу, ключ. Чё не отвечает, алё? Плюс. Ну, 4 метра до этого ингибитора. Осторожно. Тут взлом, да, я взломаю. Да, ты не залезешь. А, бляха. Сычок. Зелёный, правда. Это тут не взломали, это тупиковый вариант. Мы что, ради сундука шли сюда? Да. Там что-то надо сделать, там залезть, ищи проход. Ну вот, на улицу, на через балкон, по теории, надо вот наверх туда идти. И потом, ну раз сюда надо идти, тут прям сделано так. А, вон, сюда. Ну вот, я нашел способ. На веревочке сюда. Чего не могу открыть? Давай, София, открывай ее. Ёпты, что там? Боже, тут люди. Только не было на базаре никогда. О, что, контейнер ВГМ, иди сюда. Жди, я тебя не вижу. Боже, а в другая комната, ладно. Yes, новое очко. Ради очка. Да. Я готов на многое. Так, я хелсы качаю, силу точнее. Отлично. Надо еще очко бахнуть будет. Блин. Фигово. Так, а ловкость давайте бахнем сюда. Я научусь бегать по вертикальной поверхности, а здесь придется бахать. Блин, даже не знаю. О, здесь как там лута, чувак, за три. Да, я видел там. Там, походу, не залезет, там другие комнаты были тоже с лутом. Налево и направо. Вы поняли, как нам важно Софи, что мы... Софи как бы... Да, может это подсказать там, а сеструхе нам... Так на сестру не плевать, что мы полутаемся немножко. Если честно, вот в игре
Не знаю, просто часть мне кажется... Не, может так кажется, но на самом деле как-то больше сопереживаешь прошлым персонажем. Капрал Каминский. Ладно, поговорим. Капрал Каминский. Это миротворцы, кстати. Это Эйден. Твои люди мертвы. Вот черт. Проклятье, Эйден. А ты начинал мне нравиться. Ты привел сюда миротворцев. Я помогал вам. Ты предал нас. Придется тебе yes! убить. Убьем Барни. Айтеру и себе. А нам помогал по ходу пьесы. Чего вы ждете? Не знаете, что делать? Опять, блин, опять уйдет. Так это стали, классика. Классика. Вообще, можешь умереть, Кэт, или он? Ты бомжарка. Я даже не буду на вас оружие легендарное брать. Моя братца белая брать. Ладно. Так, одного убил. Я белым вообще их орудую. Вау, как он пробил. Ну, знать, тварь. Так, ладно, сейчас что-то посерьезнее возьмем. О, нифига себе! А почему я атаку его не сбил? Все, все? Да, Барни послал каких-то, блин, на покемонов бесполезных. Как они миротворцы вообще убили эти клоуны? Не знаю. Миротворцы, походу, вообще были пьяные и... И угорали просто такие. Ну. Как эти беспомощные клоуны убили, их я не знаю. Миротворцы вроде бы это военные. Это обычная шушера. Вот именно. Вот этот мед, кстати. Так, куда дальше эти дели, придурок? Наверное, в комнату обратно, в комнату там кто-то стоит, я вижу за дверью. Через скан. А вот сюда, сюда, тут. А, мы отсюда пришли, да? Не. Идем. Сюда. Куда он убежал, туда идем. Давай, придурок, мы тебя сейчас грохнем. Блять! Так и знал. Я тебя убивать, придурок, ты глухой. Чувак, все нормально, я рад этому. Софи! Проклятие! Ты здесь ни при чем, Герман! Не мешай мне! Герман дебил! Ничего поделать. Гранатами взрывает себе... Блядки гризли! Давай! Ладно, завалим Германа. Герман, ты же понимаешь, что у тебя жопа? Кто-то твой динозавр, блин. Дай мне поговорить с Софи. Твой динозавр, Герман. Танцы толкаются. На самом деле у них механика битвы такая же, как у зомби-великана. Ну, бесполезно. Как он достал? Ох, где я себе вылезаю? Вау! Меня что-то убило. Там какая-то ловушка в меня. Да, так он ударил по ловушке, мы оба сдохли. Мы убили Германа. Да, Софию сейчас тоже убьем. Иди сюда. Идем Софию убивать. Мне все равно. Ну, я рад, кстати, мы выбрали этот путь. Осталось только Эйден. Эйден, говорят, его, убить того еще, как его, Барни. И все. Мне жизнь удалась. Лови! Я всегда вовремя, да? А комната? А лестница не... А, понял, сюда. Залез? Да. Да. А, вот. Барни, как парень. Он. Найди Барни. Можно поговорить с ним, да, поговорим.
Откуда ты взялся? Шестое чувство, парень. Я знал, что ты угодишь в беду. Барни хотел убить тебя. Это еще одна крыса. Значит, ему есть что скрывать. Дэвид Блейн. О Лукасе, например, или что похуже. Ты о чем? Убийство командира. Теперь захват водонапорной башни. Это не совпадение, Эйден. Барни давно хотел выйти из тени своей сестры и освободить Велидор от миротворцев. Я попытаюсь найти его. Будь осторожен. Это дурачок. Я предупрежу Айтера. Будем на связи. Ладно, погнали. За этим. Барни. Барни! Выходи! Давай же! Я найду тебя! Чего не можешь смотреть? Изнасилую! Не знаю, что надо. Если вежливо попросишь, стрельну в голову. А если нет, будешь умирать долго и мучительно. Ну? Это ты умрешь, Барни. Ты должен был остановить его, а не убивать. Дай мне оружие. Дай его мне, брат. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Это твоя благодарность. Смерть, благодарность предателю. Ты не сказал, что работаешь на Айтера. Я работаю не на Айтера, а на себя. Здесь нельзя встать в стороне, Эйден. Мы боремся за выживание. Без воды весь базар умрет меньше, чем через месяц. Я тебе сказал, лайфхак. А миротворцы нам не помогут. Прямо как когда умирала моя мама. Они просто сидели и смотрели. Оказывается, ты один из них. Тебе на нас плевать. Скажи мне, почему я не должна тебя убивать? Софи, стреляй, чего ты ждешь? Ты не сможешь. Пытайся, тварь. И нужны друг другу. Я можешь попробовать, я тварь. Выбираю, попробуй. Да, можешь попробовать тоже. Не думаю, что у тебя получится. Скажи мне, кто убил Лукаса? Этот козел думает, что это мы. Не трать время, стреляй. Это последний шанс, Софи. Скажи, кто убил Лукаса, пока я не сломал эту дверь. Я могла бы убить тебя на месте. Но пока ты больше полезен мне живой, чем мертвый. Посмотрим, как долго это продлится. Эти твари думают, что я шуры-муры буду с этой психопаткой крутить. Я, блин, ее с брательником сдерну и подкилим. Я как пират. У нас корабль стоит просто в бухте здесь. Мы с Иваном приплыли как пираты здесь на нем. И будем всех подкилим протаскивать. Еще они украли весело. Идем сюда. Суки вонючие. Вообще, блин. Всех под килем будем проводить. Айтер, ты был прав. Софи и Барни собирались меня убить. У меня сообщение от Хакона. О, там сверху 15 метров фут. Встретимся в метро у меня. Поговорим о том, что делать дальше. Хорошо. Боже, боже, на хана там прыгать? Да ё-моё. Ой, бляха, чувак! Ой, бляха, я блядь, скрипт! Помоги мне! Блин, я щифт нажал зря. Прикинь, ты щифт нажимаешь на веревке, теряешь половину выносливости. Я об этом не знал. Я почти умер. Ой, бляха. Я, конечно, в шоке. Куда нам идти надо? Пошли на миссию 400 метров, валим отсюда. Идем. Ну, как я и говорил, тут сопереживать пока некому. Тут совершенно нет ни одного персонажа, которого можно сопереживать. Наверное, самое жалкое было из всех. Это, наверное, только этого, птичку и все. И тот, так себе. Я подмога, гопник, я вообще не сами дерусь. Сюда, подходи, отвешу. Просто от гопников по городу бегает. Тебе от нас не уйти. Да я и не пытаюсь. Думай быстрее. Вы что есть, что вас нету. Блин, ну тут какое-то здание есть прикольное. А, кстати, смеркает, надо будет сейчас, наверное, топать на квест быстрее.
Как ты думаешь, если мы выбрали путь, мы нужны друг другу. А что бы это случилось? Да я думаю, это же самое. Мы нужны друг другу. Боже, кому она нужна, психованная? Ну? Ну нет. Тут такое чувство, как будто разработчики баловались. Не, где кто сюжет писали именно. Баловались всякими психотропными веществами. Пойдем продавящий продаем, а потом на задание. Еще серьезно думаю, что кто-то сопереживал бы тем психам, особенно тому брательнику, вообще, блин, говнюк еще тот. Так, я куплю здесь, наверное, все эти штукенцы. В плане денег у меня 5000, довольно много. 5000. Давайте эту палку продадим, она дерьмовая. На квест. О, улучшения, кстати, можно купить. Мы еще тут не покупали. Они в каждом городе отдельные, кстати, разные. Есть мина. Это ингалятор, бросок, искра. Секунду. Ну, тут больше урона. Напряжение. Тоже столько же. Что за удар до готовности? Хотя у меня лучше, по идее. У меня искра есть, это лучший эффект. Давайте искру апнем. Я искру апну. Ты найдешь меня возле знака метро. А можно как-то улучшить искру сейчас поставить ее? Блин, я не могу сюда поставить. Блин, а можно снять его? Нет, нельзя. Короче, да, я следующую легендарку, которую получу, я искру наложу 4-го тира. Она будет покруче качеством. Помощнее. Вот, ребята, скажите, вот как вам? В плане сопереживания и прочего. Брат, сценарист этой игры решили скалпырить и сперли сюжет из Genshin Impact. Что вы несете, какой Genshin Impact? Я, конечно, не знаю, какой там сюжет, я Genshin Impact только играл, когда он вышел в релизе. Может, часов там 15-20 в него поиграл, может, чуть больше. И какой там сюжет, я на самом деле не знаю. Аван, потопали. 5 секунд, я получаю, все. Да, я готов, пошли. Как-то один чувак с базара поблагодарил меня за нашу работу. В такие идем к этому айтеру. Я вспоминаю, ради чего я здесь. Могли сразу к айтеру, кстати, на самом деле, тогда. Таким макаром. Мы не узнали, что эти психи хотят нас убить. И не убили бы тогда толстяка этого немого. Хорошо. Ты был прав. Это была ловушка. Похоже, ты подобрался близко к правде. Или они убили Лукаса. Или знают кто. Мы их разговорим. Как ты это сделаешь? Захватив водонапорную башню. Джек и Джо куда-то свалили. В башне почти никого не осталось. Это единственный источник воды в районе. А у кого вода, у того и власть в старом Велидоре. Значит, ты возьмешь ее штурмом? Мог бы. Если там не будет бандитов, базар поставит свою охрану. Как только они увидят миротворцев, начнется заварушка. Но я не хочу давать им повод для войны. Однако, если кто-то без шума захватит башню, им придется смириться с этим фактом. Значит, ты хочешь, чтобы я туда забрался, да? Да. Я обезвредил бы взрывчатку, заложенную Джеком и Джо, и зачистил башню. Но будь осторожен. Башня — самое высокое сооружение в округе, а единственный путь наверх перекрыт. Я могу попробовать. Похоже, это единственный выход. Хорошо. Давай. Если ты справишься, мы сможем надавить на базар, чтобы они сказали нам, кто убийца. То есть, видите, этот чувак даже войны не хочет. То есть, типа, это, как бы его сторону автоматом как бы можно принять, потому что чел мог бы послать своих бойцов, но он даже не посылает их. То есть, типа... Так, что, давай сохранимся? Да, я думаю, так и сделаем. То есть, видно, что... Этот, как бы, Айтеру хочется помогать, потому что
он как миротворец, реально не хочет даже, ну, типа, войну развязывать. А те безумцы, те больные психи какие-то. Я, блин, реально там бы всех вздернул. С этого базара. Ну, кроме детка, может, пощадил там бы. С его сынишкой. Они вроде бы нормальные. Адекватные. Ну, что я думаю, тогда мы на этом-то остановимся пока что. Потому что... Уже почти 2,5 часика катаем. А после этого стримчанского ван будет стрим еще или нет? Я думаю, что, наверное, нет. Я иду посплю, потому что я спал 3 часа. А, окей, ван идет спать. Я, ребята, тоже... Тебе нужна помощь, гражданин? Наверное, пойду туда делать игрушку нашу с Аванычем. Ну, что-то посмотрю, что можно дописать пока какой-то код. И тогда увидимся с вами уже завтра. А вы оставляйте комментарии, возможно, кто-то тоже играет сейчас Dying Light. Может, у вас тоже были такие варианты выбора. Можете написать в комментариях на Ютубе, уже не на стриме, а на Ютубе, как у вас были события. То есть, допустим, чувак, который был на крыше, он у вас прыгнул или нет? Может, вы там выбрали какой-то вариант, который заставил того парня на крыше не прыгнуть, не разбиться? Может быть, у вас там какой-то был вариант, где вы не убивали Германа? Может, был бы вариант какой-то там, где та Софи и брательник умер там, Пилигрим, просто об камень споткнулся. В общем, интересно, какая в игре вариативность прохождения. Вы об этом можете написать, и мы тогда узнаем, что да как. Потому что самому тестировать это можно, но это будет очень долго. Окей, ребят, спасибо за просмотр, спасибо за поддержку. И увидимся с вами завтра уже. Пока. Да, всем пока.